Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня я расскажу, как я дошла с 61 доллара до 141, то есть увеличила депозит практически в 2,5 раза на фьючерсах. Но вообще я изначально разгонялась с 10 баксов до 60, вот, но так как я не записывала те сделки, я думаю, что логично будет снять потом отдельный видос, как я пытаюсь с 10 баксов разогнаться до каких-то там крутых цифр. Если вам нравится такая идея, тогда напишите об этом в комментариях и поставьте лайк этому видео. Я буду знать, что вам это интересно. Короче, тема в чем? Я практически 3 недели вообще не заходила в площадку. За эти 3 недели я успела родить, успела заболеть короной. И вот сейчас еще должна сделать тест, который должен показать отрицательный результат. И мне очень обидно, что я пропустила весь движ на рынке криптовалют, но понимаю, что все, что не делается, все к лучшему, и таких движей еще будет сотни, тысячи, а может и миллионы. Вот. Сегодня, несмотря на то, что практически все сделки, которые я вам покажу в этом видео, были совершены 27 сентября, я все равно расскажу, по какой логике я их открывала, по какой стратегии, возможно, вас это натолкнет на какую-то мысль, чтобы как можно скорее достичь высот в торговле на фьючерсах. Напоминаю такую штуку, что фьючерсы — это один из самых вообще рискованных видов трейдинга, тем более с учетом того, какие кредитные плечи доступны сейчас на площадках. Если вы новичок в трейдинге, если вы абсолютно не понимаете вообще, там, что такое голова и плечи, что такое уровень поддержки и сопротивления, то лучше пока что фьючерсы обойти стороной, пойти на Форекс на демо-счет, пойти в бинарки на демо-счет, вот потрейдить где-то в другом месте, и как только вы почувствуете, что вы уже набрались опыта, приходите во фьючерсы, и я вам отвечаю, если вы все будете делать с головой, вы просто офигеете от того, каких результатов можно достичь. Но, опять же, я придерживаюсь того мнения, что, в принципе, если вам трейдинг не интересен, если каждый раз, когда вы садитесь за площадку, у вас начинается какая-то паника, что вы занимаетесь не тем, что вам нравится, а вы просто хотите заработать бабок, то лучше тоже проходить мимо трейдинга. Вы должны гореть прям, вы должны каждую сделку смотреть, чтобы у вас внутри что-то замирало. Если это не ваш вариант, я рекомендую найти какую-то более интересную для вас профессию, интернет-профессию. Так, долго томить не буду. Открываю все сделочки, которые у меня были. Так, первую сделку я открыла от уровня поддержки. То есть вот он уровень, вот оно, третье касание. И, в принципе, я вам скажу так, что самые крупные бабки вообще, которые я когда-либо зарабатывала, это когда я использовала только уровни, все. Как только у меня начали появляться знания по волновой теории, по объемам и так далее, я узнала кучу каких-то фигур, я начала уже путаться. И потом достаточно долгое время, наверное, на протяжении года-двух, я шлифовала, так скажем, свою стратегию уже на основании тех новых знаний, что приобрела, потому что меньше знаешь, крепче спишь. И когда вы торгуете конкретно, например, от уровня, вы всегда будете видеть эти уровни. Просто очень важно здесь работать над своей психологией. И если вы хотите прям увеличить проходимость своих сделок, то лучше, конечно же, использовать 2, а лучше 3 каких-то вот фактора, которые вам говорят о том, что цена пойдет наверх. Здесь я использовала фактор, что цена коснулась уровня, и я точно не помню, но, возможно, цепанула волновую теорию, что вот здесь сформировалось 5 волн. И закрыла я ее вот в плюс 15 долларов. В принципе, вы понимаете, что 15 долларов — это 25% от депозита в 60. То есть это уже неплохой, так скажем, прирост, если считать в процентах. Какая штука? Очень важно, чтобы мне не говорили хейтеры, чтобы мне не писали всякие говнюки, я не ставлю тейки и стопы тогда, когда я сижу и наблюдаю за графиком. То есть, если я постоянно открыла сделку, там, в телефоне, постоянно смотрю, что происходит, сколько там минус, сколько плюс, я не ставлю ни тейк, ни стоп. Бывает, конечно, когда я понимаю, что я могу пропустить, там, по тейку какую-то хорошую прибыль, и поэтому ставлю, но наблюдаю за этим.
Вам я советую то же самое. То есть, если вы хотите развиваться как трейдер, если вы хотите видеть, чувствовать рынок, очень много идей по каким-то сделкам приходят просто от того, что я что-то чувствую, потому что я постоянно сижу и наблюдаю, потому что я постоянно смотрю, как себя цена ведет. У меня возникает ситуация, что я могу поставить тейк и стоп, и очень часто я не жду там касания того или того, я закрываю сделку, потому что вижу по микродвижениям, что там возможен разворот сейчас, лучше мне сейчас зафиксироваться, или лучше я сейчас с меньшим минусом закроюсь, чем буду ждать, потому что рынок меняется каждую секунду, каждую миллисекунду, и я могла, например, увидеть, что здесь типа уровень, что там цена от него оттолкнется, а следующими свечами я бы увидела, что цена идет пробивать этот уровень. Смысл мне ждать, там, не знаю, выставлять, например, где-нибудь вот здесь там стоп, если я там вижу, что, ну, все, цена пошла не в мою сторону, цена, скорее всего, пойдет пробивать этот уровень. Вот, это очень важно. Так, 15 баксов мы здесь с вами заработали. Следующую сделку я уже открыла на другой монете, также от уровня поддержки, то есть его видно невооруженным глазом. И вот по данной свече было понятно, что цена, скорее всего, сейчас будет отталкиваться от этого уровня. Напоминаю, что самое рабочее при торговле от уровней – это третье касание. Четвертое, пятое, десятое они могут также хорошо отрабатывать, но третье касание, оно в проходимости, в перспективе всегда показывает лучшие результаты. Вот здесь я предполагала, что я могу отойти сейчас от компьютера, и я выставляла вот тейк и стоп, то есть стоп вот здесь за пределами вот этой тени, за пределами вот этой тени, то есть потенциально цена еще может коснуться вот этого уровня, потому что вот это вообще как таковая, это зона поддержки. И поэтому за пределами, если она идет дальше, то с большой вероятностью пойдет пробивать. И тейк, естественно, поставила у уровня сопротивления, потому что мы с вами здесь можем заметить, как вот от данного уровня цена такая четко такая тык и обратно к поддержечке. Но я не стала ждать, когда коснется тейк, и закрыла в плюс $11 эту сделку. То есть, по сути, движение потенциально, с учетом того, что цена все оттолкнулась от данной зоны, движение пошло вверх. Но, опять же, напоминаю, я при скальпинге не гонюсь за тем, чтобы цена четко там закрывалась по тейку. Мне достаточно относительно небольшой прибыли, и я лучше заключу там сотню-две сотни сделок и заработаю на этом столько же, сколько там могу, грубо говоря, заработать на одной сделке. Но крипта – это очень коварная штука, очень. И у меня были такие ситуации, когда я ставлю тейк, цена до него не доходит буквально в пару гребаных пунктов, я такая, да ёшкин кот, и в итоге закрываю сделку с минусом или по стопу. Поэтому мне вот нравится такой трейдинг. Здесь я открыла, кстати, сделочку, такую достаточно сомнительную, от сопротивления на понижение, то есть пошла в шорт, но я предположила, что либо сейчас цена прям четко оттолкнется от этого уровня, как это было здесь, как это было здесь, либо же она пойдет вот как раз-таки к сопротивлению. Здесь я прям сидела и выжидала, что же будет, прям наблюдала за каждым движением, чтобы понять. И, в принципе, буквально в течение 2 минут я закрыла эту сделку с минусом там в $1, потому что поняла, что... Так... Вот оно пошло движение, вот цена стремится сейчас к данному уровню. И то есть, скорее всего, отскока не будет. Дальше я тут поменяла кучу активов, посмотрела, проводила анализ и открыла сделочку, в лонг пошла от данной зоны поддержки. То есть, опять же, с учетом того, что вы сейчас видите минутный таймфрейм свечей, можем предположить, что то, что вот здесь она потанцевала там несколько минут, то, что сейчас она тут потанцевала несколько минут, что все это фигня. Тем более здесь, если приглядеться, можно увидеть очень прямо корявые, перевернутые голова. И данную сделку я уже закрыла с телефончика. В плюс $18. То есть зафиксировала прибыль уже в $42. Начинала с 61, и у меня уже на счету было 103. Дальше я провела анализ и открыла вот одну сделочку здесь на понижение.
Вот сейчас проставляю там на видео уровни. Здесь я увидела голову и плечи. То есть конкретно сформированную. Смотрите, вот плечико, голова, плечико. Это разворотная фигура технического анализа. Она говорит о том, что тренд будет разворачиваться. И то есть на часовом таймфрейме мы видим вот такой вот жесткий восходящий тренд. И как раз вот это вот... голова и плечи говорят о том, что этот тренд хочет развернуться, и цена как раз уже находилась в идеальной точке для входа в сделку. Поставила изолированную маржу. Изолированная маржа – это когда я могу потерять не более того, что я в эту сделку вложила. А, я сейчас, кстати, вспомнила, что у меня как раз цель была вот эти, типа, 10 баксов уже разгонять, то есть не спускаться ниже 92 долларов. И спустя пару часов я закрыла эту сделку в плюс 10 долларов. То есть, по сути, я удвоила свою ставку, так скажем. Вкинула там 10 баксов, и через 2 часа у меня просто они удвоились. Решила, кстати, вот здесь видно было сейчас, что у меня был выставлен тейк, но я решила не дожидаться этого тейка. Я решила на удвоение выйти из этой сделки для того, чтобы открыть уже новую. То есть вот, я открыла просто ту же самую сделку, также сделала 10% от депозита, кинула в маржу, и на этой сделке я потеряла 1 доллар. То есть я ее закрыла с минусом в 1 доллар, потому что поняла, что цена уже не хочет переться до моего тейка. Все, на этом я уже начала себя там плохо чувствовать, ушла из трейдинга буквально на неделю, как раз я через неделю там и родила, и вернулась только 19 октября. Вот здесь я провела анализ, я увидела вот такую вот зону поддержки. То есть, опять же, минутный таймфрейм, поэтому, когда я смотрю на минутном таймфрейме, вот это расстояние там до конкретного уровня, оно не такое большое. И я вот от этой зоны поддержки открылась на повышение. И эту сделку я, опять же, уже закрыла с телефона. В плюс 18 долларов. Я вам еще раз уделю внимание тому, что если я открываю сделку и не выставляю тейк и стоп, значит, я постоянно наблюдаю за этой сделкой. Значит, постоянно я мониторю, у меня открыт телефон, лежит, горит экран. Я вижу, какая сейчас ситуация. Это очень важно. Если вы планируете открыть сделку и там даже на пару часов куда-то смотаться, то лучше выставить хотя бы стоп. Потому что... по печальному опыту уже могу сказать, что не выставленный стоп и непринятие каких-то минусов может привести к полнейшему сливу. И дальше я даже не помню, что это была за сделка, у меня осталась только запись того, что я закрыла ее в плюс 10 баксов, и в принципе все. Вот таким образом у меня получилось увеличить депозит практически в 2,5 раза. Те советы, которые я могу вам дать, смотрите, после моего слива, о котором я снимала, я прям сильно закопалась в себе, и мне прям психологически было тяжело, то, что, блин, я же такой крутой трейдер, там, и я так классно за пару дней, там, в 13 раз увеличила депозит. Но в чем моя ошибка была, серьезнейшая, я надеюсь, что я ее уже исправила, но пока по опыту могу сказать, что да. Я не могла принимать минусы, то есть, грубо говоря, у меня был косарь баксов, и я не могу принять минус, что у меня уже минус 100 баксов. Как так? Я подожду, сейчас все же оттолкнется. Таким образом, я такая, блин, ну в принципе ситуация показывает, что уже не оттолкнется, что сейчас пойдет все в жопу, но я все же подожду. Может быть, произойдет чудо, а чудо не происходит, и депозит просто на глазах тает. Вот. Вам нужно уметь принимать минусы. Пусть это будет 10%, 20%, 30% от вашего депозита, но поверьте, 30% от депозита намного лучше потерять, чем 100%. Поэтому, если вы не готовы к каким-то потерям, если вы не можете спокойно принять какой-то минус психологически, то лучше вам пока что не торговать на реальные деньги, а особенно на те деньги, которые вам нельзя никак потерять. Многие дебилы просто, вот реально, я никак их по-другому назвать не могу, конченые люди берут кредиты, чтобы закинуть на депозит.
Никогда не берите кредиты. И если вам нужны бабки, вы мне скажете, как тогда торговать, где взять денег с моей зарплатой в 30 тысяч. Найдите подработку. В основное время вы эти 30 тысяч также и тратите на свою жизнь, как и тратили на семью. Найдите подработку на выходные, найдите подработку на ночь с конкретной целью, что вы сейчас зарабатываете себе на депозит, и закиньте. Найдите интернет-подработку, заработайте и закиньте. Но если вы идете и берете кредит, чтобы на эти деньги торговать, тогда вы просто конченый, реально. В общем, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!